Привет, друзья! Всех с наступившим Новым годом! Всем счастья, всем любви! И вам крепкого здоровья и вашим близким! Новый год! Значит, что-то новое! И, друзья, пришел я к такому... Начну Новый год с чистого листа. С чистого листа, значит, друзья... Много ко мне добавляется сейчас, друзья напрашиваются, кого-то я отклоняю дружбу, но он все равно напрашивается, добавляю. Да и даже те, кто есть у меня в друзьях, ладно, на кого-то я сам подписался, и как-то что-то я специально подписался, посмотреть какие-то, может быть, идеи кого-то еще. Ну, в общем, разговор про то, ребят, что я устал уже бесконечно листать свои ленты. В любом, что Одноклассники, что везде, в любых соцсетях я устал бесконечно листать вот эти посты. У меня выходит один пост не так часто, там 1-2 поста в неделю выходит, и то я перестал что-то получать комментарии, получать лайки, поэтому я решил всех к чертям. Всех к чертям. Оставлю только тех, кто действительно, с кем я давно дружу, действительно, кто мне пишет комментарии, ставит лайки. И тем самым, друзья, всех, всех прям просто поудаляю, поудаляю. И лучше это время, которое я листаю и ставлю, хотя бы ставлю лайки, или либо палец вверх вам, друзья, за ваши работы, да. Нахожу время, я пишу комментарии, всем стараюсь. Поэтому лучше я оставлю себе 10 друзей, которые действительно меня смотрят, которые давно смотрят меня, комментируют, ставят лайки. И вот это сэкономленное время, которое я бесконечно листаю ленту, я лучше этим людям буду делать взаимочку. Вот это вот время, что я листаю и ставлю кому-то безответно лайки, либо пальцы вверх. Просто у меня появится очень много времени на тех друзей, которые действительно ждут от меня комментарий. Так что, друзья, смотрите сами, кто со мной собирается идти дальше. Пишите комментарии, что Иван, да, я с тобой дружу давно, я собираюсь с тобой и дальше дружить, будет все нормально. Ну, а я там еще и посмотрю, стоит ли оставлять мне или нет. А то Ваня добрая душа, да? У кого-то по 15 постов выходит, или там по 15 фотографий в день, и Ваня добросовестно заходит и ставит тот же лайк. Нет, друзья, все хорош. Я, допустим, устал, и мне некогда вот этой чехардой заниматься, да, а тем более, если я ставлю, и точно знаю, и точно вижу после своей публикации, что этого человека нету. Да, много факторов есть того, что человек там не каждый день заходит, я согласен, что там не каждый день у него есть время заходить, да, любая соцсеть – это дело каждого, когда хочет, тогда и заходит. Но, друзья, когда я вижу, что человек заливает видеоролик, либо какой-то пост, либо фотографию, да, и мне в ответ на это ничего не поставил, а я ему поставил, ну, как-то обидно, да, понимаете? И зачем я буду свое драгоценное время тратить, да, я лучше за это время что-то буду делать, а этим 10-15 человекам конкретно буду ставить лайки, писать комментарии, и ему приятно, и я буду знать точно, 100%, что человек зайдет ко мне на пост и поставит. Тем более, я говорю, у меня посты выходят сейчас, один, ну, два поста, ну, три поста. Это не так много, да, друзья. А листать бесконечную ленту своих как бы ложных друзей я уже устал. Поэтому даже от тех, на кого я подписывался и не требовал там взаимной дружбы, поэтому я сегодня, буквально завтра, буду чистить свои страницы. Поэтому, ребят, кто заинтересован, кому нравится смотреть, значит, пишем комментарий под этим видеороликом.
Ну, а я уже посмотрю, кого я там несправедливо удалил, потому что у всех у нас есть фактор, кто-то поменял аватарку, да, я увидел новую аватарку и его удалил. Поэтому, друзья, отписываемся, а я уж посмотрю, кого оставлять, кого не оставлять. Но чистить я буду однозначно, поэтому я предупредил, а там дело ваше. Не хотите дружить, не надо, а я время свое не собираюсь тратить бесценно. Так что всем крепкого здоровья, всем благополучия вам и вашим родственникам, близким. А я с вами прощаюсь. Пока-пока, друзья.